Греются ядра процессора. Приветствую вас. В этом видео хочу рассказать о решении проблемы, когда греются ядра процессора при нагрузке. Когда я создаю видео, длительное более 30 минут, у меня появилась такая проблема, что перегреваются ядра процессора, при этом сам процессор, температура нормальна, а ядра до 90 градусов, 95. И при этом выключается компьютер, самосохраняется. Если и сам процессор греется, понятно, нужно чистить компьютер, поменять термопасту. А здесь процессор нормально, ядра, только ядра греются при создании видео, при рендеринге видео в видеоредакторе. Решение проблемы нашел очень просто. Нужно пуск панели управления. Здесь мелкие значки. Электропитание, план электропитания сбалансированный, рекомендуется. Нажимаем настройки плана электропитания. Нажимаем использовать дополнительные параметры питания. Здесь ищем управление питанием процессора. Вот оно, нажимаем на плюсик. Максимальное состояние процессора, нажимаем на плюсик. И вот здесь вот настройка 100%. Нажимаем на 100. И здесь появляется возможность регулировать. Я сначала поставил 95%. Полностью ядра перестали греться, но при этом создание видео в два раза длительность увеличилась. Поэтому я поставил 97-98%. Ядра стали нагреваться до температуры 67, до 70 максимум градусов. Меня это устроило. Нажал «Применить», «Окей» нажимаем. Все. При необходимости также вы можете вернуть в исходное положение, на 100% поставить. На десятке то же самое. Пуск. На Windows 10 пуск. Стандартный Windows, панель управления и точно так же. Вот такое вот решение проблемы. В интернете особо не найдешь такого решения, и поэтому я решил записать видео. Может быть, кому-то будет полезным. Пишите комментарии, вопросы, замечания под видео. Ставьте лайк или дизлайк. Подписывайтесь на канал. Поделитесь этим видео в социальных сетях с друзьями. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.